Продолжаем. Всем привет, кто смотрит запись. Наверное, заключительная будет часть. Я, конечно, не хочу забегать вперед, но мне кажется, что заключительная должна быть часть. После чего еще постримим немножко инди-игр. У меня накопилось чуть-чуть совсем. Я стримить буду одну или две, чтобы просто подотчетно. Ивара Prime вышла. Она мне не нужна. Я вообще Warframe играть вряд ли буду. В ближайшее время, что бы там ни вышло. Поэтому Warframe пока все. Вот. У нас время прощаний. В этом году. Так, Warframe вот попрощались. Так, ну что, значит нас высадили тогда. Да-да-да-да-да. Нас закинули. Бляха, муха, нифига себе как. Ох, как колбасит корабль-то. Корабль-то как колбасит, охренеть. Да я бы следил за левым флангом, тут по мне стреляют с корабля, и при этом еще и это самое. Так, а что у меня про оружие-то? Снайпа. Ну, это не совсем снайпа, это может быть карабин. Вольт у нас есть, да, взять возможно. Вольт это, наверное, черт, хорошо, наверное. Так, наверное, вместо пулемета мы... Fuck my life. Да подожди ты, ёбаный стыд. Да, вместо пулемета мы возьмем вольт, потому что пулемет на ближней дистанции не самая полезная вещь. Ясно. Так, а может ли снайпа пробить этот купол? Не может. Не, ну то есть может, но не так, чтобы очень хорошо. Чисто, чисто, чисто. Так, куда нам лифт? Командир Брикса, это Брэкстон. Против пушек Мальты, этого летающего титана. Так, анонс и сделал, да, все уведомления сделал. Блин, какая же в игре охуенная графа, я просто в ахере до сих пор. Пиздец, 16 FPS, охуенной графикой. Как они это сделали, я вообще не представляю. Это самая красивая игра в 60 FPS, но ну, наряду с Resident Evil 2. Но в Resident Evil там как бы... Ой, зачем ты это сделал? Так. Нам нужно убить стрелка, да? Канонира, это кинуть гранату надо? Спитфайр. Так, ну короче, игра хочет, чтобы я со спитфайром поиграл. Ладно, говно вопрос. В игре видней. И тиху пень там народу, а? Охренеть. Плавим. Плавим пацанов. Специальными гранатами. Которые у меня, к сожалению, закончились. Поэтому не плавим. Так, куда ты ползешь? Брися к нему. Так, гранаты подобрали. Я убил этого мудилу-то? Вроде бы убил, да? Так, зачистите все бортовые оружейные платформы. Так, то есть платформа, да? Но не сами эти. То есть с этими мне ничего делать не надо? Или надо? Подождите пока. Не, не надо ничего. Нет, хорошо. Так. Ага, понял. Нахер. Нахер. Так, ты весь у нас неприимчивый такой. Так. Значит, нам надо убить, блядь, твою налево. Как колбасит-то, а? Я его, короче, вот так, наверное, буду убивать. Убил я его? Наверное, убил. Блин, ну игра, конечно, ультрабалт. О, мастиф! Мастиф, давай, давай. Вот это хорошо. Вот это вообще хорошо. Побежали. Раз. Два. Мастиф, это в тему. Это в тему. Это я всегда рад. Чтобы с него попадать тут. Хорош.
Так, я не знаю, стрелок там мертв, не мертв, я на всякий случай буду во все эти самые кидать гранаты. Так, зачисти все борта. Слушайте, а возможно... Так, что-то мне с этим говорят, не все. Надо, наверное, судьи уничтожить. Так, что-то я, походу, должен все-таки сделать. Что-то я должен сделать, но я не понимаю, что. Так, какая гнида по мне стреляет? А. А, не, все-таки надо убить всех мобов. Просто я не всех мобов убил. Понял. Ну, здесь где-то еще какой-то козел бегает. А, вот он сидит. Вот кинул. Ждать здесь? Жду здесь. Бальты остались работающие единики. Надо отключить их с мостика, чтобы мы могли приблизиться. Будет сделано. Мостика отключить зенитки. Так, давайте мы вот это вы. Отлично, прикрывайте. Мы прикроем. А что-то инструмента у меня нет, я вот это как вообще? Теперь без инструмента это можно сделать, да? Нету. Чем могу помочь? Закройте дверь и держите корабль. Он не думает? Нет, нет, секунду. За мной! Чё, блядь? Ага, не заскучаешь. Дэвис, пошевеливайся. Ебать, вы нормальные люди вообще? Ну ладно. Эти. У нас преимущество. Куплен У нас преимущество, кидаем гранаты. Балдеж, какие здесь классные все-таки бои. Просто балдеж. Так, я лучше наверх. Сверху как-то всегда показывали в этих играх. Прогресс, мощный гранат. Плохо. О, сударь. Да, это проблема. Вот этот парень, это проблема. Слушай, а у меня есть инвиз, но это что-то, мне кажется, херово, наверное, идея. Ох, твою мать. Мужик. Мужик. Так, сидим здесь. Под перекрестный огонь не выходим. Но укончит. Так, там еще один гандон. Блять, что? Так, не надо было выходить, короче, надо было дальше стрелять из укрытия. Я херню сморозил. Че, роботы какие-то, блин. Так, там нормально все работает. Да, все хорошо. Так, я наверх. Мне тут понравилось. Но только надо аккуратнее, гораздо аккуратнее. Не выходить на рожон. Вот он пошел, зря он это сделал. Хотя он будет байт. Он будет, короче. Попал, но не в того, кого хотел. Вот эти со щитами прям жесткие ребята. Может, мастифом их? Ну, можно, в принципе, мастифом, да. Есть, конечно, бля. Есть у меня, конечно, инвиз. Да, мастиф очень вовремя. Очень вовремя. Так. Можно в инвизе, но рашить это такое себе, конечно. Ну и хорошо, я на нормале играю, а не на харде сразу. Нахер надо сразу хард. Тут и так достаточно жестко. Так, товарищи. Товарищи. Товарищи.
Минус. Так, это свои. Так, осколочные. Не, осколочные брать не будем. Наверх. Понял? Ну же, Купер, поспеши. Да иду, иду. Всем привет, кто смотрит, смотрите, пишите в чате. Наверняка будут что-нибудь в основном наши зрители, вряд ли новые зрители в этой игре будут. Так, ну и чё? Цель на первом ярусе! Кумулятивные заряды готовы. Эй, Купер, смотри, как это делает 6-4. Пилот Купер, ты готов? А вы отойти не хотите? Да, готов. Прорыв, прорыв! А, хорошо. Чисто? Чисто! Вот так это делается. 6-4, молодцы, молодцы. А, я должен взламывать, да? Ну хорошо, знаете, у каждого своя, видите, здесь задача. Взламывается здесь, конечно, все очень специфически. Ты, блядь, взламывать ты будешь? А, я его уже взломал, я им управляю теперь, лол. Ну я пошел. Где мой титан? Вот это мой титан? Здорово, бити. Блять. Готов передать управление пилоту. Давай, давай. Мы прикроем тебя сзади. Захвати палубу. Long time no see. Так, и куда нам... Ага, понял. Так, какой ты выбрал? Ну, конечно, не тот, который нужен. Буду один. Босс, Гюрза, понятно. Пилот, твое путешествие заканчивается. Гюрза. Да, не, нормально все будет, что ты начинаешь. Так. Тихо, тихо, тихо. Еще разочек, вот так. Так, его гопники будут прикрывать, не очень хорошо, это не очень, не очень хорошо. Еще разочек, а, отлично. Ну. Так, это свои что ли, я не понимаю, что они, а, вот, все. Да, бля, сильно вижу, 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 вижу. Так, так себя вести нельзя, я понял. Я понял, 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 тебя игра, понял. А можно мне ульту, пожалуйста? Можно, давай. Далеко собрался? Уебище. Цель потрачена. Так, где там этот козел? Ну, давай, разочек, давай, ну. Ну, чуть-чуть, давай. Ну, один раз, блять, попался, остался. Есть, давай. Эть, хорош. Он, короче, снайпер. Снайперка такая, кстати, есть, Гюрза. Не знаю, в честь нее назвали. У спецназа. А, сонарный захват. Ну-ка, иди сюда, сучка. Да нет никакой опасности. Ульту. Ульту, пожалуйста. Сударь. Так, ядро, поехали. Ну, че, сука. Бля, не попал. Летел. Так, мужик, душишь. Его, по-моему, расхерачили, да? Командир Брикс говорит Митии 7274. Гюрза подбита. Вас поняла. Его кто-то расхерачил вместо меня. Ну, в смысле, финальный. Купер, готовьтесь к броску. Бля, ну давай. Кидай. Поправка на аэродинамическое сопротивление. Рассчитываю. Давай, давай. Она лазурная, но и при этом она лазурная. Не ожидал, что вы... Ёбаный стыд. Это что вообще так? Ое. Так, ну это по сюжету.
Ебать, у нас BT с кем-то сошелся. А, я пошел, я понял. А я могу чем-то помочь, да? У меня сорвало фонарь, прикройте! Так, BT сверху. Нет. Цельтесь в кабину. Так, давайте. Сейчас. Погоди. Бить уничтожил, не успел. Ну я чё, я это дробовик, хер я с него попаду. Пока на пулемет переключился, пока понял, что делать. Так сразу это не работает. Я все-таки пилот, а не доктор наук. Так, сейчас пулемет сразу возьмем. Я вообще думал, что это будет кинцом и лицом, мне делать ничего не надо. Иду, иду бить. Твою мать, он еще и меня дамажит будет. Я пытаюсь, ёбаный стыд. Фух. Сити, ты в порядке? Левая рука отрезана. Функциональность сохранена. Давай у него отхерачим левую руку, ты слышишь? Вся надежда на нас. Понял ты. Ладно, мы тебя потом отремонтируем, ты не переживай. Вот ты туда... Блять! Рано я, да, наверное, да? Ух ты, ёб! А, нормально, он с этого спрыгнул, я боялся, что он не протиснет. Приближаемся к камере ковчега. Ну, эпичность, конечно, просто зашкаливающая. Камера слишком большая, требуется импровизация. Большая... Большая для чего? Это ты называешь импровизацией? Помощь. Ну давай, закидывай меня, закидывай. Надеюсь, тут не будет кнопок нажимать. Давай, мужик, сам. Давай сам. Скорее, надо уходить с корабля. У нас мало времени. Я что-то должен сделать, не? А зачем? Что? Что? Эта игра хочет. А, я должен вытащить ядро. Понял тебя. Внутрь Бити положим. Бити, ты теперь, короче, будешь такси. Сюда, Кубер. Блять. Уноси оттуда ковчег! Невозможно, мы заперты. Балдеж. Что ты делаешь? Директива 3. Я не потеряю пилота. Приготовьтесь к удару. Не ошибись. Ну, он просто уже одного потерял, поэтому как бы ради статистики. Ну просто если второго потеряют, то тогда вообще точно расплавят, ну, компоненты отпустят. Блин, игра, конечно, ультрабалдежная, прям ультрабалдежная игра. Я вообще не ожидал, что Titanfall настолько охуенная синглплеерная. Ну, грустится она, конечно, да. Вот на NextGen-чике будет SSD-шнички. Лиск, твои проблемы меня не касаются. Доставишь ковчег, как сказано в контракте. Тебе перечислят деньги в AMC. Держи деньги наготове. Притащу тебе твой бесценный груз без. То есть я так понимаю, нас взяли. Эй, Титан, ты откроешься и дашь мне то, что я. Заложники. Голосовая команда не распознана. Дайте, я просто выдерну его оттуда. Нельзя рисковать. Ковчег нестабилен. Послушай, герой, у тебя есть кое-что мое, и я хочу это вернуть. Давай, скажи своему Титану, чтобы открылся. В чувствах, что ли? В чувствах признался. Что, пытаешься геройствовать? У меня контракт на кругленькую сумму. Так, вот этот нолик меня смущает. Скажи Титану, если не откроется, буду стрелять тебе в голову. Пилот в опасности. Зрительная система ограничена.
Невозможно установить визуальный контакт с пилотом. Поднимите его. Поднимите его. Теперь видишь? Тут он, тут, вот, да? Теперь видишь? Функции нарушены из-за тяжелого повреждения. Он его наебать, что ли, пытается? Нарушено. Я знаю, там, внутри, кое-что точно еще работает. Теперь открывайся, а не то я твоему пилоту башку больну. Считать, небось, еще не разучился? Считаю до трех. Бомби тихо, хочется его наебать. Раз. Да нет. Да, нетрудно было, правда? Главная беда командной работы, если вместе не побеждаете, то вместе и умираете. Не, Биди, по-моему, хочет что-то сделать. Ух ты, лохи. Ой, а вот это уже печально. Мы сами помним, что информация робота хранится в чипе. Нужно просто загрузить его в новый робот. Ну, это, кстати, как в этом самом, в Апексе. Похоже, концепция была. Так, цель — уцелейте. Но нам вообще нужно прям как бы бить и забрать. Ну, собственно, это самый чип. Купер, сюда. Купер, я больше не могу выполнять задание. Но вы можете. Возьмите все комплект. Это ваш самый верный шанс выжить. Вот, да, вот он нам свои мозги отдал. Так. Так, нам дали пистолетик. Нам дали что-то еще. Что нам еще дали? Чип его? А, нож. А, вот его чип. Все. Потопали. Так. Избежать. Спросить, избежать, реагировать. Так. Да. Только понять бы как. Наверное, туда, да? Нет? Нет, нет, она, по-моему, нету там. Так. Может сюда? О. А, удерживать, понял. Взламывание здесь, конечно, гениально вообще. А что мы сделали-то этим? А, лол. Так. Ща, надо, ребят, перерывчик сделать. Чай дает о себе знать. И включить вам вашу любимую рекламу. Как же без вашей любимой рекламы-то вы? Я это самое ничего не забыл. Да, ничто не забыто. Я знаю, как вы любите рекламу. Роднее приходите. Сейчас через пару минуточек.
Так, я вернулся. Блин, а сколько удобнее на консоли все-таки. Ничего, сворачиваться, альтабаться не надо, ничего делать не надо вообще. Так, продолжаем. Что-то есть, но слабо. Не могу подтвердить. Подключаюсь к электронному мозгу, но сигнал слабый. Это верные координаты. Усильник сигнал, мне надо до них докричаться. А, смотрите, бити нам, короче, подсвечивает врагов теперь. Лол. У нас часть интерфейса бити. Так, понятно. Ты как слышно? Нормально слышно? Че он не отвечает-то ей? Вверху нельзя? Видимо, у нас рации, короче, нет. Но мы почему-то ее слышим. Не знаю, как здесь устроена связь. Мы ее слышим, она нас нет. Севернее. Флот движется к искажающему орудию. Мы на подходе. Это не конец. Так, мне надо, я так понимаю, уцепиться за эту хрень, да? Угу. Патроны у меня сейчас закончатся. Надо бы, наверное, подобрать их оружие, не? Так, а у них что-то нет оружия? В смысле, они по мне сейчас стреляют так-то вообще. Чего я не могу их оружие подобрать? Что за херня? Так, пацаны. Что-то я не могу их оружие почему-то подобрать. Что за бред? Странная какая-то ситуация, непонятно. У нас, кстати, очень сильный пистолет. О-оу. А гранаты есть? Гранаты нет. Так, инвиза у нас тоже нет. У нас, кстати, достаточно скромные возможности. У нас нет гранат, у нас нет инвиза. Ну, вообще вариант только один. Так, я так понял, туда, да? Побежали. Идите нахуй. Как тикаем, тикаем, тикаем. У нас 6 патронов. А, не, патроны бесконечные. Это сколько в обойме у меня осталось? Так, ладно. Куда мне? Это спорное занятие. Но так как у нас все сейчас потребил нечего, патрон бесконечный. Я не уверен, что нам надо куда-то идти. Наверное, вообще. А, ну наверное надо, да. Так. Вот это шмаляют, вот это я понимаю. Тихо. Тихо. Так, понятно. Надо, короче, от укрытия к укрытию. Может, что-нибудь взломать можно, а? Не? Так. Так. Все. Ладно, хорошо. Значит, ну, короче, игрой не предусмотрено, что их можно убить. Ну, конечно, можно, скорее всего, но очень не хочет умирать. А, да ладно, уже? Бити, ты уже? Ебать, это было быстрее, чем я. Я думал, драма будет какая-нибудь.
что типа мы там будем превозмогая там до базы с титанами. А тут прям вообще сразу Яндекс титаны, все, пожалуйста. 200 рублей привет, доставка. Чек. Рад, что ты вернулся целехонький, BT. Более 25 тысяч деталей. BT-7274 на связи и готов к бою. Пора завершить нашу миссию. Вот что-то у тебя оружие только пососное всегда в игре. Вот что... А, Легион! С новым оружием приехал. Тяжелая скорострельная мини-пушка. Так, создает щит вокруг пушки. Переключается между ближним и дальним режимом стрельбы. Так, ближняя стрельба отбрасывает врагов. Дальняя урон по всем врагам на пути. Автоматически захватывает цели. Так. Хорошо. Как узнать, какая из них ближняя, какая дальняя? Смотрите, а как узнать, какая из них ближняя, какая дальняя? Что-то я вот не совсем понял. И та картинка одинаковая. Угу. Так, ладно, пойдем. Так, а ты... Короче, пулемет очень такой себе, на самом деле. Ну да ладно, раз нам его пустышку дали. Значит, скорее всего, это правильное оружие. Он очень медленно ходит. Ебать, но у него дэмэдж. Он очень долго раскачивается. Так, ну что, давайте ультой. Ага. Дамаг. Ну я нажимаю, но... Чё-то я не понимаю свою ульту, если честно, пол совсем. Что-то я нихуя не понимаю вообще от слова совсем. Ни хера в этом Титане не понимаю. Не, я с этим оружием играть не буду. Я ничего не понимаю вообще. Зачем мне ближний бой, дальний бой? Зачем? Если он делает все адски долго. Нахуй надо? Не. Это, кстати, что такое? А, это же говно. Вот это, короче, самое нормальное. Это пиздец, какое пососное говнище. Во. И все. Ну и нормально. Вот это я понимаю, нормальное оружие. Это говно дали, непонятное, которое миллиард лет разыначивается. Во. А зачем мне мимо тебя проходить, лол? Я сейчас ульту заряжу и вас распирачу на компонент. Все. Держите. Интересно, что я сейчас открываю огонь на, даль... на опасной дальности? Это что значит на опасной дальности? Это, короче, единственное нормальное оружие Титана здесь. Остальное все полное говно. Значит, на опасной дальности. Не открывай, если опасно дальность. Так, можно, пожалуйста, да, вот похилиться. Вот. Ну я пытаюсь до хилки дойти, пытаюсь. Ты видишь их количество вообще, не? Это капитан Ландекер с Раттледжа. Стоктон попал под залп.
снижается! Не, они переборщили с временем прожимания костов. Точнее, оружие очень долго раскручивается. Прям... Это они немножечко переборщили. Так, ну, наверное, еще босс будет точно один. Ну, как вам? Ага, лучше. Ну давай, давай, еще раз. А. Да я вот что-то да, вот сильное, но что могу сделать-то? Сейчас потанцуем, я сейчас потанцую, так потанцую. На, танцуй. Так, нам, наверное, надо расклинать вот это, чтобы помочь союзникам. Вижу титан врага, к бою готов. Молодец. Где ты там? Смотри. Ёп! Тихо. Блин, да чё ж их так овер до хера-то, а? Так, батарейку. Так, ещё батареечку. Ух, о! Надо вот ульту, наверное, проверить у последнего еще разочек. Ну, этот, короче, более выживаемый. Ну, давайте попробуем еще раз. Идиона. Ульту хочет посмотреть. Я ничего не получил, но он так делает. Отмечает цели, ну и... То есть, зачем он их отмечает, если он потом по ним не стреляет. А что сделать надо? Штурмуть. А! Штурму зачистили. Так, мужик. Но он за один залп убивает титана, это, конечно, это круто. То есть мы даже. Так, а вот это что такое? То же самое. Так, а если я вот так сделаю? Любой ценой предотвратить залп искажающего орудия, иначе погибнет планета Гармония. Да, что так говно, что так говно. Мастера напоминает, все с задержкой, ничего сразу не можно сделать, все с задержкой. Зачем они стоят по титану, если знаешь, что не могут ему ничего сделать? Пацаны, серьезно, зачем? Так, здесь только присев можно передвигаться. Я не уверен, что мне сюда, хотя учитывая, что есть мобы, наверное, сюда, но только присядочку. Как же он долго раскручивает. А, ну да, у нас же ковчег-то отжали. Ковчег надо возвращать. Ну да. Мы должны расслабить это игру, не? Нет? Так, давайте быстрее. Что надо сделать? Так, из BT вылезать, походу, придется. Хотя нет, вот лучше потом есть. Напомню, что BT не может прыгать. А, это не вредно. Еще прыгает. Так. Нас отхилили, как будто сейчас будет босс. Ага, два босса. А теперь ступай. Теперь очередь моей армии. Вовремя зачесали. Что, пытаешься геройствовать? Он твой. Забирай, что останется.
От него едва ли что-то останется. А этим я займусь из атак. Так, ну вот против босса, мне кажется, мой арсенал совсем вообще не подходит. Ты знаешь, что я вижу, когда смотрю на тебя? Кучу легких денег. Понять, ты меня что-то видишь. Инжектор, выходим на этап один. Так, вот ядро смартгана. Так, вот давайте. Вот ядро смартгана, значит. Вот, ну. И чё? И чё? Чё за ядро смартгана? Зачем оно мне, блядь, нужно, если она ничего не делает? Чё за наркомания? Так. Вот она. Даем еще один шанс этому говну. Я нажимаю. Блять, что это за хуйня? Зачем она нужна? Ты будешь делать ульту-то? Господи Иисус. Что вообще? Не, ну демос, конечно, хороший, но что-то кроме вот, вот пулемета у нее ничего нет нормального. Так, подожди, что значит так просто? Ты где хоть, ёб твою мать? Ёб твою мать, ты где? Я ж даже не вижу тебя. А вон она. Балдеж. Не, я не могу этим титаном, но это не арсенал, это полное говнище, это просто, блядь, какой мудак это дизайнил, вообще, это просто пиздец, он полное говно, кроме пулемета у него нет. Ульта, блядь, от меня отмечает цели, а зачем ты мне, ёб твою мать, отмечаешь цели? Автоматический захват, мне не нужен автоматический захват, вы чё, дебил, это ж ульта, ёб вашу мать. Нахуй мне нужен захват цели? Вы чё, ровлите, что ли? Вот это, блядь, ульта. Ну, правда, она отошла. От ядра лазера не сбежишь, сорок. Пиздец, она как хуячит. Охренеть, конечно, жестко, блин. Хорошо на Хардине стал играть действительно, а? Прости, приятель, тебе конец. Я верю. Блять, куда ж ты поднялся-то, ёб твою мать! Так, короче, надо очень быстро текать. Когда эта проститутка появляется, надо очень быстро текать. А можно мне, пожалуйста... О. Бля, текаем, текаем! Бежим, 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 бежим. Телек. А можно мне ульту? Сейчас было бы... О! Слышь? Блин, она должна была пометить, на самом деле. О! Фух. Так, чё я сделать должен? Вот это? Зачем мне это пометили? А, вот так. Фух, жесткий, жесткий титан, очень жесткий. Так, так, так. Перегрузила мои терпевые внутренние системы. Внутренние системы. Купер,
Попытка восстановления зрительной системы. Зрительная система восстановлена. Согласно моему мама, единственный вариант. Внимание! Нарушен титан врага. Врага. Опять? Повезло тебе, герой. Убивать тебя не буду. За спасибо не работаю. Но и тебе меня убить не удастся. На, заслужил, да? Апекс. Титан класса Авангард все еще здесь. Мне плевать, Мардер. Надо было это особо обговорить. Меня другие богатые клиенты ждут. Апекс. Это игра будущая от этих разрабов, которые я месяц затрачивал. Это билет, короче. Я понял про бросок, кидай. Так, я вытяжу должен, ничего. Требуется ваша поддержка. Система автонавигации. Отведите меня в узел инжектора. Надо сделать это вместе. А может Яндекс Титан позвоним? Нам за 200 рублей нового пришли. Короче, мы сейчас будем взрывать ковчег детишки. Так. И чё? Не собирался чего? Директива номер 3. Защищать пилота. А, он меня выкинет сейчас в последний момент. Доверьтесь мне. Ну я на самом деле видел эту концовку. Он загрузил свои данные в наш шлем. Пилота. Поэтому и сказал, доверьтесь мне. То есть вся информация BT, она на самом деле с нами. Твою мать, я же все правильно сделал. Япона, мать, тут уже паркур пошел какой-то космический совершенно. Но, кстати, вот удивительно, в этой игре охуенный паркур. Потому что разработчики, они... умные люди. Вот когда игры делают талантливые разработчики, они тупорылые, выглядят бездарные, блять. Они грамотно продумывают. И здесь очень грамотно. Обратите внимание, я бегу, а персонаж сам смотрит туда, куда надо прыгать. То есть тебе камеру... тебе камеру сами ставят. Даже от третьего лица не догадываются дебилы разработчики так делать. Потому что ты бежишь обычно кнопкой А... ей же, ну, этим же пальцем ты стик, то есть камеру крутишь. А ты не можешь, пока бежишь, камеру крутить. У тебя этот палец занят, он кнопку бег держит. И в итоге во многих играх, сука, нереально на геймпаде бегать по стенам. Потому что дебилы-разработчики не догадываются, что можно камеру автоматически поставить на то место, куда ты должен дальше прыгать. Здесь разработчики догадались, поэтому у тебя вообще проблем с паркуром в этой игре нет, потому что ты бежишь, и он сразу автоматически смотрит туда, куда надо дальше прыгать. Многие люди обязаны вам жизнью. Вам вот почему тупые ублюдки-разработчики другие не могут это перенять, я это не понимаю. То есть, ну вы воруете чужие идеи, ну вы воруете хотя бы, ну, до конца нормально. То есть вы подсмотрите не только бег, но и то, что камеру-то тоже надо делать. Вот. Блин, очень не люблю, когда воруют, но делают через жопу. Это вот прям дико бесит. Для ополчения это планета-штаб, но еще для миллионов людей это дом.
Чё-то я, честно говоря, ожидал, что подольше займет, но ничего, у нас есть еще игры. Сейчас Индюшатину посмотрим, наверное. Может, Lost Ark поиграю, Дельки поделаю. Порой, ну ты еще тут, ну, вообще? Я, честно говоря, думал, что подольше осталось. Короткая очень компания, но очень крутая. Очень динамичная, крутая компания. Прям вау! Я не ожидал, что такая прям классная игра. Я ее потом, наверное, куплю. Потому что это как бы бесплатная версия за PS Plus. Но я, наверное, в коллекцию ее куплю, потому что, блин, она реально очень крутая, очень клевая. И даже финального босса нет. То есть это вот с Лазером Бабой, походу, финальный босс был. Я ожидал, что финальный босс будет вот этот пиздюк с Апексом. Вот. Все никак не могут эти разрабы сделать PvP интересным, потому что они как бы делали с поправкой на титанов. Ой, Смородин еще тут вот. Единственный зритель сегодня, Смородин, представляешь? А, на Titanfall. Вообще не ожидал. Смородин она обычно только на Lost Ark и Warframe. И глуповерная она как-то не особо. Вот. Но с титанами что-то у них не получается PvP наладить, то есть как-то... У них что-то там лажа какая-то, и в итоге они даже тогда сдались и делали карты с просто пилотами, вообще без титанов. Хотя, казалось бы, вся игра посвящена титанам, но никак не смогли. Я считаю, что надо было делать PvP просто одни титаны. То есть, типа, у тебя титан, ты играешь на нее сразу, ну то есть ты начинаешь сразу в титане, тебя убивают. Ты можешь выпрыгнуть, побегать какое-то время, если ты там 30 секунд выжил, тебе можно вызвать следующего титана. Если умер, то очко сопернику, а тебе сразу респаунится с новым титаном, вот ты играешь дальше. То есть... А у них там очень бездарно плохо сделана система, то есть они неправильно все сделали, поэтому мне не очень было интересно в этой игре. Потому что там до титана дожить очень сложно. Надо было делать, что все на титанах, блять, убили титана, и вот там побегал, смог выжить каким-то образом, там что-то еще... Или там должен отжать титана врага, например, можно было сделать, что ты можешь задамажить вражеского титана, там, а пилот может в него прыгнуть потом, ты его починишь. Там. Ну, в общем, короче, надо было больше титанов. А они как-то там сделали очень такую себе систему. Да, что-то прям часик всего стрима получился. Я думал, что побольше будет. Ну, в смысле, игра. Стрим-то только начинается. Мы сейчас еще будем играть. Сейчас тут поиграем Индюшатину. Причем желательно минут 20, чтобы она засчиталась. Потому что надо для отчетности постримить. Мне две игры дали. Одна совсем прям полное говно. Прям гонки с ужасной графикой. Еще и в 30 FPS. Блядь. Я просто не понимаю, нахера они эти игры делают. Блядь. Ужасная графика и 30 FPS в гонке. В гонке, блять. На свече 60 FPS асфальт. Бесплатная игра. Free-to-play гоночки с нормальной графикой. В 60 FPS на планшете, блять. И на PlayStation, который в два раза мощней. Ужасная графика и еще и 30 FPS. Как, сука, как? И самое главное, зачем? Нахера не это делал? Я вот просто вот иногда играю, вот смотрю вот реализацию техническую, и вот нахрена? Вот ладно, если там ну очень малый бюджет, но какая-то ну ультра пиздата оригинальная идея. Они ради того, чтобы эту идею воплотить, находят какие там, какие могут средства, там как-то собираются и делают какую-то козырную игру, ну реально козырный идеи, то есть прям вот ты понимаешь, что вот да, идея охуенная, и они потом, показав себя миру, показав эту идею, находят издателей, издатель говорит, все, делаем сиквел, вот развивайте, вот портал, например, это же вообще мод был, а потом уже на основе портала сделали игру, и как бы потом второй портал, но изначально это вообще был мод, и этот Counter-Strike был тоже мод, и этот самый, как его называют, забыл, которая мультяшная такая стрелялка, вот, типа Overwatch, я забыл, как она называется, вот, она же тоже была модом изначально, но у разрабов были
действительно уникальная идея. Надо сказать, что портал гениально. Это гениально. Но когда делают, ну, лютейший ширпотреб в ужасном совершенно качестве, тут становится непонятно просто зачем. Вот, вот нахер. А вот недавно тоже вот игра была, мне на PlayStation присылали ключ. Господи, легенда, похожа на легенду о Зельде. Типа, вдохновлялись они легендой Зельды. Боже мой, это про... Я потом еще причем посчитал обзоры. И там тоже оценка там 1 из 10, 2 из 10. Потому что, ну, это просто пиздец. Там, ну, просто пиздец. И думаешь, нахера? Ну, зачем вы это делаете? Ну, зачем? Ладно, какая-то, опять же, оригинальная идея. Нет, просто клон Зельды. Ну, зачем? Ну, он ужасного совершенно качества, блядь. Ужасного. Как бы вот просто непонятно реально. Зачем? Нихера себе тут титры. Я просто титры не хотел прощелкивать, но из уважения к разрабам, потому что действительно крутая игра. Но они охренеть какие долгие. Так что сейчас пойдем смотреть с вами еще одну дешатину, которую мне... Ну, одну из... Подотчетно надо ее постримить. Ибо... Так, как она называется... Называется она Gunlore. Это стрелялка. Стрелялка, причем на ней почему-то написано, нарисован дракон. И это эксклюзив для PlayStation. Во всяком случае, на сайте написано, что это эксклюзив для PlayStation. Это очень-очень странно. Пойду поставлю сразу изменить данные. Вот это играем. Games and Demos. Games and Demos. Надеюсь, они подцепят. Подцепят. А, они сделали. Ой, ой, классно, как балдеж. Twitch, молодцы, кстати. Вот эту панельку они сделали. У них было несколько косяков изначально, новая панель стримерская. Но они прям поработали над ошибками. Все косяки, которые я вот отловил в свое время, они все пофиксили. Прикольно. То есть Twitch молодцы. Не просто эту платформу сделать. Так, на, отъебись, надо что-то поменять. Поменяем. Нет, они прям сделали действительно, чтобы она была более функциональной. Были в ней косяки, но, блин, они все отлатали. Это очень круто. Это прям достойно уважения. Вот люди, которые сделали не сразу хорошо, но потом доделали, это респект. Почаще бы такое было в играх. И вообще везде. Только тупорылых ублюдков сейчас, которые не считают нужным вообще делать хорошо. То есть совершенно недобросовестные люди. Приходится долго ждать ответ. Европейские разработчики пожаловались на службу поддержки PlayStation. Служба поддержки PlayStation, это да, это пиздец. У Sony вообще уникальная тема. У нее ужасные сервера, сетевые вообще вот функции и магазин особенно, сайт. Сайт у Sony это просто пиздец. То есть если что-то покупать, вот запомните, люди, у которых есть какая-нибудь PlayStation, никогда ничего не покупайте через сайты. Это пиздец. То есть в лучшем случае у вас не пройдет оплата, как у меня, собственно, было. Худшим пройдет, но нихуя не случится. То есть деньги снимут, а игры не появятся. То есть всегда покупайте только через саму PlayStation. Никогда не покупайте через блевотно-кривой сайт PSN. Это пиздец. В лучшем случае не пройдут транзакции. Нет, иногда, конечно, можно купить, иногда без проблем. Но этот риск того не стоит. То есть спокойно, не ленитесь, включайте. И то же самое касается мобильного приложения. То же самое, у меня тоже не прошла транзакция. То есть, ну, слава богу, деньги не сняли. Включаешь PlayStation, купить игру, с первого раза все прекрасно покупается. Это, кстати, известный факт. Как бы это я сам подсчитал на форумах. Вот нам показали шлем. То есть BT все еще жив. Ну, то есть, как бы инфа о нем собрана. Вот, я думаю, что Titanfall 3, если будет, то, скорее всего, пора ту же парочку.
нас просто отправят куда-нибудь еще. Ультра балдежная игра.